ловишь себя на мысли, что художники имеют не только идеи, они еще и творят. Открыл окно в прошлое. Вы его видели, вот тот зеленый шар, который однозначно напоминает нам, что это не вот это голубое небо, которое сегодня над нами. Это не то настроение и погода, которая была в Тиковской галерее, а также в доме на Колыме. И на сегодняшний день начал понимать, что художество, или, скажем так, произведения художества, они рождаются и на воде в том числе. Дай Бог, чтобы им действительно досталась возможность выйти на большое пространство и показать себя. Потому что поймать сиюминутным взглядом идею, воплощение идеи на стене большого дома, ну, это искусство. Это действительно искусство, это достойно такого. Спасибо.